Людвиг Фейербах, 1804-1872 год нашей эры. Свою философию назвал антропологией, то есть наукой о человеке или знанием о человеке, познанием человека. Человек – это жизнь ума и сердца. Человек неотделим от всего многообразия его эмоций, переживаний. Основной его работой является сущность христианства. Разгадку веры, пишет он, нужно искать в глубинах человеческой психики. Поэтому психологию религии надо дополнить антропологией религии. Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма материалистов-просветителей был анализ не феномена религии, а корней религии, выявление ее оснований в чувствах человека. Человек на протяжении всей истории чувствует свою ограниченность, конечность, беспомощность и бессилие по отношению к неподвластным ему силам природы и общества, которые определяют его существование. Он чувствует зависимость от них. Но Фейербах против того, чтобы в основу чувства религиозности положить чувство страха. Это чувство включает в себя также и упование на лучшее, и надежду на освобождение от опасности, и восторг, преклонение, благодарность. Выдающееся значение Фейербаха не ограничивается его вкладом в историю атеизма. Не меньшее значение имеет его вклад в историю философии. Начав свою философскую деятельность как сторонник Гегеля, он решительно порывает с гегельянством. Идеализм с неизбежностью возвращает философию к давно изжившему себя принципу, что философия – служанка богословия. Провозглашение этого тезиса – огромная заслуга Фейербаха. Мы знаем, что идеи Фейербаха очень сильно повлияли на Маркса и Энгельса, который до вот этого выхода этой работы Фейербаха «Сущность христианства» были идеалистами и входили в кружок молодых гегельянцев. Потом, позднее, Маркс говорит, что мы перевернули Гегеля и, так сказать, с головы поставили на ноги. Можно сказать, что они сами перевернулись, поскольку они сначала были идеалистами и поэтому стояли на голове. Вот они перевернулись и стали материалистами. Но, в отличие от Фейербаха, который явился сторонником созерцательного материализма. То есть он отражал тот мир, который есть. И изучал различные формы отражения мира, в том числе и религиозные формы постижения мира. А материализм Маркса и Энгельса созидательный. То есть они тот запал, который был у Гегеля, когда абсолютная идея не только является идеей теоретической, отражающей мир, но и идеей практической, преобразующей мир. Вот он этот преобразующий запал, собственно, и взял на вооружение. Марксизм – это учение о преобразовании мира. А следовательно, и самого человека, как преобразующего мир. Но для того, чтобы создать современную высокоразвитую систему материализма, недостаточно было соединить материализм Фейербаха с диалектикой Гегеля. Нужно было решить вопрос о том, а что лежит в основе всех общественных преобразований, всех общественных изменений, раз уже
Маркс и Энгельс нацелились на изучение, рассмотрение процесса влияния человека на историю человечества, то надо было выяснить, а что лежит в основе исторического развития. Что лежит в основе исторического развития? Не спрашивай, говорит, нас, мы историки. Что лежит в основе движения истории? И вот Маркс и Энгельс показали, что в основе развития всей истории лежит развитие средств производства и самого человека как производительной силы общества. Что в основе человеческого развития лежит развитие, исторического развития лежит развитие производительных сил. А производительные силы – это сам человек, как главная производительная сила рабочих и трудящихся, и средства производства, которыми он вооружен. Развитие производительных сил никогда не останавливается. Никогда. И никогда не останавливалось. Что бы ни происходило в политике, в идеологии, в психологии людей, все время идет развитие производительных сил. И если же говорить о прогрессе, вот в истории бывает прогресс, регресс, а производительные силы развиваются и в условиях регресса, и в условиях реакции, правда? Допустим, начинается разрушение заводов. Ликвидируются средства производства. Но вы будете когда ликвидировать, вы старое выкинете или новое? Старое. А раз вы старое выкинете, а новое оставите, у вас производительный стаж вырастет. У вас продуктов меньше будет, но на одного работника будет производительность труда. Количество выработанного на одного работника будет. Вы оставите людей, которые на новых работают. А те, которые на старых, уволите. А производительность труда вырастет. И все историческое развитие характеризуется повышением производительной силы труда или, когда это сводит к отдельному показателю, производительности труда. Если вы хотите получить еще другое материальное воплощение этого процесса, можно так сказать, что затраты труда на единицу выпускаемой продукции постоянно сокращаются. Правильно? Затраты труда на производство единицы продукции в ходе исторического развития постоянно сокращаются. Почему? Ну, потому что это другая сторона как раз роста производительной силы труда. Все меньшее количество людей, все делает большее количество продуктов. И это какой закон? Это закон там капитализма, социализма, феодализма, рабовладения, первобытного общинного. Нет. Это всеобщий социологический закон. Всеобщий. Во все времена и везде, и всегда. Производительные силы развиваются, и, соответственно, сокращаются затраты на производство единицы продукции. В экономике есть такой показатель – количество труда, заключенное в единице продукции. Сколько потрачено труда на вот производство этой вещи. Как называется? Ну, тут ты вы можете сказать, мы не экономисты, а мы историки. Тут ты вот можете, тут совершенно спокойно будет. А когда вот вы не знаете, что в основе исторического развития лежит, то это уж не очень здорово. А вы скажете, а мы студенты, мы не обязаны знать, у нас первый курс. Вы нам не рассказали еще, вы виноваты. Я виноват, да, сейчас рассказываю, исправляюсь. Ну вот, мы отсюда можем сделать такой очень простой вывод. Если считать, что цены должны двигаться в соответствии с количеством труда, который заключается в товаре, то какое должно быть движение цен? Я вам, как историкам, привожу исторический пример. С 1942 года по 1944 год затраты труда в СССР на производстве танков, пушек, самолетов, военной техники сократились вдвое. Вдвое. Производительность труда выросла вдвое.
И доля военных расходов, цены понижены вдвое, на танки, пушки, самолеты, на все. И доля военных расходов в государственном бюджете с 1942 по 1944 год сократилась. И вот вам сегодня рассказывают. Затраты растут на что? И на ЖКХ. И на какие-то краны и фитинги, которые теперь как из пулемета вылетают в производстве современном. И на хлеб, который не вручную теперь пекут. На хлеб так стыдно им повышать. Они просто берут, был килограммовый хлеб, стал 900 грамм, потом 800 грамм, а цена та же. Сахарный песок. С чего бы это вдруг пакет стал 900 грамм, а был килограмм? Это чтобы вам легче нести было домой. Но деньги-то те же заплатить, они эти не мешают вам нести. То есть мы наблюдаем вот такую картину повышения цен, ну, в разных формах. Или, допустим, вместо молочного жира вам везде пальмовое масло туда напихают. По качеству продукт хуже, а цена та же. Картинки те же. Коробки, а коробки очень важны. Я тому товарищу приехал, к профессору Золоту в Нижний Новгород. Мама решила нам чай устроить его. Берет такую коробку. Открывает, а там такое большое поле, на нем в отдельных местах лежат шоколадные конфеты. Она так смотрела, смотрела на эту коробку, потом взяла такую маленькую вазочку стеклянную и так спокойно пересыпала огромные коробки туда. Одна бумага, а конфет было мало. Ну, цена-то была как? На коробку? Охват-то какой? Потом, вы же не будете каждую коробку вскрывать, когда вы покупаете конфеты, правда? То есть человек, который это понимает, ему эту сказку насчет того, что затраты растут, уже не расскажешь. Просто деньги я хочу с вас взять. И это неутолимое желание, как только я его не оформляю. А если деньги, значит я, во-первых, из-за того, что выросла производительность труда, у меня прибыль повышается. Так? А плюс сверхприбыль, то есть я в монополии у меня, я монопольную цену вам повышаю и все. То есть у меня первая часть прибыли – это от снижения затрат. А вторая часть прибыли – от того, что я вам накинул просто цену. Вам не нравится монополия, а друг, а куда вы пойдете? Некуда пойти. Монопольная экономика, прогрессивная. Дальше только вперед, например. Ленин в книге «Империализм как высшая стадия капитализма» говорит, что такое социализм. Это единая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, она означала бы социализм. И все. Ну вот если в основе исторического развития лежит развитие производительных сил, но производительные силы не могут развиваться без производственных отношений, правильно? Значит, надо брать производительные силы в единстве с теми отношениями общественными, которые обеспечивают производство. А производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. И вот идет развитие производства, и вот это способ производства, как единство производительных сил и производственных отношений, составляет базис общества. Базис общества, как единство производительных сил и производственных отношений. Или, другими словами, бытие. Общественное бытие. Экономическая основа общества, производства – это общественное бытие. И вот Маркс и Энгельс сформулировали такой тезис, который до них никто не мог сформулировать никогда. Что общественное бытие определяет общественное сознание. Не бытие определяет сознание, а общественное бытие определяет сознание. Может быть, образование определяет ваше сознание? Может такое быть? Правда? Есть у Маркса тезисы о Фейербахе, они предшествуют немецкой идеологии. В немецкой идеологии... Это том 3 собрания сочинений Маркса и Энгельса.
Вот эта идея о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, развито с необходимой полнотой. Но предшествует этому произведению тезис Фейербаха, Маркса. И в этих тезисах записано, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Ваше бытие не определяет ваше сознание. Общественное бытие определяет сознание общества. А какое у вас сознание? Ну, кого слушали, кому поверили, кто вас убедил, кого вы встретили на жизненном пути, что вы делали, что читали, в какие вы ситуации попадали. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Ну, вот тот же Ленин, он же кто, дворянин? Брата у него повесили, который покушался на царя. Это обстоятельства его жизни могли повлиять? Могли. Очень сильно повлиять на его дальнейшую деятельность. На последовательность, с которой он боролся с царизмом, да? Могли. Или декабристы. Ну, они что, какое у них бытие? Дворянское. Что, плохие были дворяне? Помещики. Жили не хуже других помещиков. Это не бедные помещики. Это очень просвещенные помещики, богатые. Но они читали, они подкопы, они просвещенные, они уже читали европейскую литературу, они уже, как говорится, в голове сделали буржуазную революцию. А в России еще царизм и царская монархия. Они выступили против царской монархии, а царская монархия выступила против них. Что получилось? А получилось то, что вот одних убили, застрелили, других отправили в Сибирь, а через 36 лет царь отменил крепостное право и сделал то, что требовали декабристы. А что декабристы требовали? То, что назрело. А почему они увидели то, что назрело? Потому что они были просвещенные люди. А темные люди, такие как царь, это узнали только через 36 лет. Ну и за что вы тогда, выходит, их репрессировали? А за то, что они очень рано это узнали. Кто раньше будет сдавать экзамен, тому два. Примерно так. Сейчас вот попробуйте вы сдать раньше экзамен. Это вообще немыслимое дело. Мы сдавали очень просто. Идешь в деканат, дают маленькую такую зеленую бумажку, направление на экзамен. Я в эту бумажку выставляю оценку, и все. И относится студент деканат, ему вписывает там книгу, как вы сдаете там, ведомость будущего экзамена. Делают ляпи, она там лежит, уже у вас сдано. Потом пришел другой, третий, да хоть все приди. И постепенно все сдали. А к июнь настанет, вместо того, чтобы сидеть тут париться, поехали купаться. Что плохого в этом? Вы же сдали уже все? Нет, это вот не подождите, вы дойдите, вот сидите, и пока вот до экзамена не вздумайте, а то вы меня обгоните, и будете тоже доктора наук. А мы стоим так плотными рядами и не пускаем молодых, чтобы они не вздумали туда попасть, в научную среду. Попозже вы, давайте попозже. Так, вот это очень важное положение, которое в обществе не распространено в современном. Маркса знают, Энгельса знают, Ленина знают, марксизм знают, но слышали. А то, что марксизм – это что такое? Это материализм, примененный к истории. Как назвать материализм, примененный к истории? Ну, как бы вы его назвали? Ну, хорошо, отступаю. Как назвать идеализм, примененный к истории? Я вот своим коллегам именно в этой аудитории говорю, вот у вас сколько тут сидит уже очень многие идеалисты. Сейчас же у нас нету такого, что вот все материалисты, тем более не все марксисты, да? Спрашиваю, ну вот вы же вот идеалист, так? Вы идеализм применяете к истории. Вот выйдите сюда и скажите, я так гордо исторический идеалист. Вы ни одного не видел. Вы такие скромные стали. Ну хорошо, я применяю материализм к истории. Я могу сказать, я кто? Исторический материалист. Ну а вы скажете, а я применяю идеализм к истории. Я исторический идеалист. Идеалист еще и лучше звучит, у вас идеи какие-то светлые в голове, а я вот только лишь бы вот эту материю поскрести. Никого не нашел. Как ни звал, никто не хочет.
У нас очень интересно в этом смысле сейчас в Институте философии. Много разных точек зрения. Вот, например, когда я пришел сюда из Института повышения квалификации, где был на кафедре философии и культурологии, тут как раз в 70-летие отмечается заведующий Константин Семенович Пегров. В этой аудитории вот сидели так вот, как вы, так и сидели все. И вот я там сидел, вот где эти два человека. А как отмечалось? Для меня это было интересно, я не видел, как это делается. А доклад сделал Константин Семенович Пегров под названием «Скриптизация авось бытия». Понял, нет, настоящая философия? Скриптизация авось бытия. Мой коллега, профессор Казенов, сразу заворчал, что это за ерунда такая, который, между прочим, учился на этой кафедре. У него наш этот бывший заведующий был научным руководителем. Что за это? Я говорю, Александр Сергеевич, нас же Гегель что учил? Хвалить? Как только тут все это президиум уселся, и вроде бы надо было начинать, никак не начинать, потому что не приехал тот, кто вот здесь должен был сидеть и вести, потому что застрял в пробке. Ну, посадили другого. И вот, говорят, ну, давайте, сделал доклад, заведующий кафедрой, кто хочет выступить. Я сразу, конечно, руку поднял, как это, мероприятия-то важные. Говорю, я хочу выступить. Вот я говорю, только я честно скажу, что когда я это прочитал, как-то мне так не понравилось. Думаю, что это такое, скриптизация авось бытия. А потом я подумал, если это Константин Семенович такое, к 70-летию своему приговорил, то что-то есть, какая-то изюмина. Действительно. Ну, посмотрите, вы думали сейчас все бытие, бытие, вот все эти вот материалисты, марксисты говорят, бытие, бытие, а тут авось бытие. Вот сейчас вы выйдете, ой, про вас не буду, я выйду, и вдруг мне раз по голове чем-то тяжелым, меня уже нет. Какая ответственность у тех, которые меня убьют? Ну, их-то точно не убьют, они-то знают, что у нас смертная казнь не применяется, а они-то точно знают, что они меня убьют. Какое у нас сейчас, значит, бытие? Ну, вы читаете радио, слышите телевизор, у нас все время кого-то убивают, да? То расчленяют, то убивают, то сжигают, то где-то падают, то взрывают. Мы должны среагировать на новое в нашей жизни или нет? Вы по-прежнему свое заладили бытие, бытие, бытие. А это авось бытие. Вот я выйду отсюда, авось я доберусь до дома, авось нет. Вот что надо понять, что у нас сейчас не бытие, а авось бытие. Поняли? Вот это современная трактовка материализма. Вот говорю, Константин Семенович это сделал. Это же достижение. Достижение. А скриптизацию я сразу расшифровал. Скриптизация – это описание. Скрипт по скрипту, что тут не додуматься? Это ерунда. То есть скриптизация авось бытия – это описание современной формы бытия. Я думаю, надо еще и с теорией вероятности это как бы сопоставить. С какой вероятностью я доберусь до дома? Есть же вероятность, да? Я недавно, вот как раз на прошлой неделе, и раз, вышел отсюда со своим коллегой, да пошел на метро, вот отсюда на Васильевской, то, что у нас выход из спортивной, сел, думаю, я сейчас до Комендантского и на 55-й трамвай. Объявляю. Поезд идет до старой деревни, Комендантский закрыт. Ну, сами знаете, почему закрыт. Предмет посторонний или позвони. Вы не звонили, кстати, нет? Я нет. Вот, все они, вот все, кто звонят, так говорят. Все. Они первое, что делают, говорят, это не я. А что, я что ли звонил? Так я вас спросил. Ну вот. Короче говоря, вот я говорю, вот разработана теория. Но это не диалектическая теория. Почему? Я говорю, Константин, можно я покритикую немножко? Все-таки, ну как-то у нас это же научное такое мероприятие. Вот это одна как бы, категория, а в диалектике всегда две, да? И в Китае инь-янь, да? Так ведь? А не просто один инь или один янь. Это не то, ни сё. А тут, понимаешь, позитивное и негативное. Одна сторона противоречия, другая сторона противоречия. Прогресс, регресс. Обязательно должно быть две. А тут одну, авось бытие. Нет, это не то. Давайте вот еще одну категорию возьмем, небось бытие. Только надо не улыбаться, потому что я тут серьезно же выступал, серьезные люди. Поэтому самое трудное у меня было, так сказать, вот сохранять серьезные выражения лица. Небось бытие. Почему? А потому что
Тогда получается, смотрите, во-первых, две категории противоположных. Раз. Во-вторых, одна категория философии природы. Авось бытие. Авось будет, авось не будет, и с такой вероятностью. А другая – это продвинутая категория философии духа. Да? Это социальная философия. Небось, будет! Чувствуете, нет? Вот. Ну вот если, говорю, вот это вот добавить к этому, и получится целая система диалектическая. Авось и небось бытие, как важнейшей категории социальной философии в современном мире. И я пошел, все захлопали. Философия – это же народ обманывать можно очень легко с помощью философии. Это что вы знаете? Только надо вид не подавать. Серьезно очень говорить. Я же вам серьезные лекции читаю. Виду не подаю. Как бы вы тоже должны этим овладеть. Мало ли чего придется рассказывать. Так. Ну так вот, действительно, чем отличается современный материализм, в отличие от фейербаховского? Во-первых, это материализм не только созерцательный, но и созидающий. То есть здесь преобразующая деятельность человека – это главное. Конечно, надо для этого изучать бытие, правда, материю, но изучать для того, чтобы ее преобразовывать в интересах кого? Трудящихся. Это раз. Второе. Общественное бытие определяет общественное сознание. Это великое достижение исторического материализма. С помощью него я могу вам дать, рассказать, например, кто победит на ближайших выборах. Рассказать, кто победит на выборах президента? А? Ну вот. Что тут тогда? Значит, все вы можете рассказать. То есть какие? А люди все ходят и ходят. Кто победит, кто победит? Ну кто победит? Ясно, кто победит. Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. Видите, когда уже слушать не хотят, уже надоело уже узнавать, кто победит на выборах. И все ходит, и все призывает вас отдать ваш последний голос, который все решит. Кто порешит? И вот тогда вот, делая обзор того, что мы рассмотрели, всяких разных философий и концепций, беглый, конечно, беглый, хотя я могу вам порекомендовать историю, лекции по истории философии Гегеля, они чем ценны? Но Гегель создал высочайшую научную систему, поэтому его история философии, она есть как бы рассмотрение всех предшествующих философских систем с точки зрения продвижения к этой современной. Поэтому это не просто рассказ. Этот то сказал, не запомнишь, кто что сказал. А надо запоминать то, что сказал. Надо понимать, какую роль это сыграло в общественном развитии, в развитии человеческого духа, в развитии науки. Вот поэтому можно порекомендовать именно лекции по философии и истории Гегеля. Это раз. Второе. Определилось с развитием философии, что имеется всего три последовательные философские концепции. Три. Из них противоположных две. Всего две. С одной стороны идеализм, с другой стороны материализм. Идеализм бывает объективный, как у Гегеля. Есть идея, и ничего больше нет. Она преобразовывается, она воплощается в материи, в людях и так далее. И тогда она и созидательная, эта идея, потому что это идея преобразования мира, а не просто его отражение. Но это идеализм. Есть материализм, есть только материя. В такую совершенную форму его привели Маркс и Энгельс. Материализм – это развитие материи, материя развивается. В человеке она достигает своей высшей формы, познает мир и приходит материя сама к тебе. Ну и вот субъективный идеализм – это идеализм. Понятно, что он… Все-таки раз он идеализм, то он туда должен быть отнесен. Он такой экзотический. Показано, что с помощью субъективного идеализма, что если вы не возьмете критерии практики, а просто будете думать, что какими-то доводами можно кого-то переубедить, то никак нельзя переубедить ни объективного идеалиста, тем более субъективного. Вы меня будете переубеждать, а вы есть просто в моем сознании ощущение. Ничего, я буду спорить с ощущением. С ощущением я даже и спорить не буду.
А вы, если вы будете со мной спорить, вам даже и неудобно, что вы выступаете. Я вам уже сказал, что вы ощущение, а вы продолжаете думать, что вы человек. Как-то даже вы себя вставите в какое-то неловкое положение. Вот какая штука. А то же самое в системе материализма, поскольку он развил этот материализм до того, что не просто бытие определяет сознание, как будто дело только сознание, а действие людей ни во что не ставится. А сама преобразующая деятельность человека представлена как общественное бытие, а общественное бытие как экономика, экономика как производство, как развитие производительных сил. И есть как бы внутренний такой двигатель исторического развития. Вот все время развиваются производительные силы, и производительные силы требуют время от времени изменения формы производственных отношений. А вместе с изменением этой формы изменения и всех других отношения, которые являются надстройкой над этими самыми производственными отношениями. Революции. И много этих революций. Да ерунда. Всего четыре. Первобытный общинный строй завершается рабовладельческой революцией. Рабовладение завершается феодальной революцией. Феодальная революция завершается буржуазной революцией. И буржуазный строй завершается коммунистической революцией. И все. А между ними, между этими формациями, или в рамках одной формации, или в рамках другой, находятся переходные периоды. Как вы понимаете, от первобытного общинного строя к рабовладению был длительный переходный период. Тут кого-то используют как рабов, рабы убежали, убили этих рабовладельцев. Пока там рабовладельцы додумались создать свое государство, чтобы отлавливать рабов, охранять рабовладельцев, возвращать рабов тем, кто является их хозяином. Много времени прошло, был целый длительный переходный период. Потом, если вы помните, такой расцвет был крупнейших римских государств, да? И что? А вот какие-то варвары, видите ли, на них набежали. Да, конечно, варвары, что они могут сделать? Так они могут, потому что уже требовалась другая форма производства, и поэтому эти государства устоять не могли. Они упали. То есть тоже был период перехода к феодализму. А когда стали снова создавать государство на месте разрушенных рабовладельческих государств, то уже узы личной зависимости работника от хозяина ослабли. Он уже не рабовладелец, а всего лишь феодал. Вот люди, которые прикреплены к его земле, должны на него работать, и все. А убить он не имеет права. Убивали, но это было нарушение закона. Бить, пожалуйста, а убивать нельзя. А студентов вообще трогать нельзя. То есть прогресс пошел общественный потом неодолимо. Как взять, например, бить студента? Вообще надо сделать, чтобы и двойки нельзя было ставить. Уже добились, единицы не ставят. Постепенно идет. Уже оценок-то не 5, а 1, 4. Так, следующая какая революция? Опять переходный период. Где, как он происходил? В условиях феодализма капитализм развивается без всякой революции. Это вы прекрасно знаете. Он развивается в феодальной форме. Вот феодальные сейчас идут отношения, товарное производство развивается, создаются капиталистические предприятия. В деревне появляются кулаки, середняки и батраки. Кто такие середняки? Это мелкие буржуа. Кто такие кулаки – это буржуа, кто такие батраки – это сельскохозяйственные рабочие. Бывшие ремесленники, уже кто-то из них выбился в люди и стал капиталистом, а кто-то опустился в наемные рабочие, там уже тоже капиталистические предприятия. В Англии поступили решительно и очень просто, выгнали всех этих крестьян, и они превратились в брояк, с земли их согнали и заселили овцами. Овцы стали давать шерсть, а тех бродяг, которые годятся для того, чтобы использовать как рабочих, наняли как рабочих на специальные фабрики, которые делали шерстяные изделия. Все пошло. Пошел капитализм. Там очень коротко все и просто. А все остальное привезем из Индии или из Китая. Китай все время колонией был. Он первый раз вздохнул за всю эту историю. Все время его эксплуатировали. Пожалуйста, как вы относитесь к тем, что какая формация Америка во время гражданской войны? Что-что?
Так, Америка во время США, во время гражданской войны, это какая формация? Во время гражданской войны в США или у нас? США. Во время нашей гражданской войны? США. Они там не очень себя американцы проявляли, а англичане проявляли. В США была борьба капиталистов, нет, капиталистов севера против рабовладельцев юга. Какая-то формация, уже капиталисты были, уже капиталистическая формация. Капиталистическая формация, в которой использовалось рабовладение для развития капитализма. Что тут непонятного? И сейчас стараются, у нас сейчас в России стараются рабочих превратить в рабов. В Китае ваши капиталисты тоже хотят китайских рабочих превратить в рабов. Но не получается, не всегда получается. Это нормально для капитализма. Если бы я был капиталистом, вот вы хотите 8 часов на меня работать, работайте 12. Вот сейчас гастарбайтеры к нам прибывают. Их заключают иногда и закрывают на замок, а потом они сгорают. Знаете, такие случаи были? Это хуже, чем рабы. За рабами надо же думать о них, заботиться. А тут просто раз и сожгли. Или вот в автобус напихают и везут. Из Киргизии, или из Туркменистана, или откуда-то из Узбекистана. Есть такие факты в России? Есть. Так что, а в Америке рабовладельцы... Рабовладельцы юга покупали, а для этого Англия, буржуазная страна, отлавливала, направлялась в Африку, там отлавливали негров, отправляли их на кораблях. Они тысячами умирали при этой перевозке, продавали, на эти денежки снова покупали необходимые товары, там треугольник такой был, прямо в Америке. Привозили в Англию, продавали. А потом снова покупали рабов, ехали в Африку и снова увезли. А в Африке народ убегал, чтобы его не превратили в рабство. Или в этих концентрационных лагерях на берегах погибал. Вот эти будущие рабы. Потом они были как заключенные в этих самых трюмах, их везли. В этом участвовала самая передовая страна капиталистического мира. Это все капитализм делал. Капитализм возродил новые рабовладения. Поэтому об этом надо вам обязательно помнить, что у вас допускается капитализм. Это есть две большие разницы, сказать по-русски, допускается или развивается. У вас развивается капитализм или допускается капитализм? Вот я, например, допускаю всякие глупости со стороны студентов, но не считаю это развитием студентов. Ну, допускать, ну все, ну сказал человек, он студент же, еще не знает. А что я на него накинусь? Правильно? Скажешь, я буду, когда профессор, я такие глупости не буду говорить. А сейчас, ну я студент, что вы, наверное, на меня навалили? Допускать у нас в период НЭПа допускался капитализм. У нас переходный период в России был сколько лет? 18 лет. А вы хорошо живете, и вы 100 лет можете себе позволить, не спешите. Потому что у вас не такая ситуация, что вы слабенькая страна. И у вас народа много, экономика уже развитая. И Советский Союз вам долго-долго и много помогал. Долго-долго и много-много. Пока Никита Сергеевич Хрущев не прекратил это дело и на многочисленных объектах убрал вообще советских специалистов. А то учились здесь и прекрасно говорят по-русски ваши руководители. Не случайно, потому что они все, что могли, так сказать, передать. И оружие мы передали, которое у нас отобрано было у японцев. Кому? Китаю. И наше оружие решили, товарищ Сталин, что что мы повезем из этого свое оружие опять с Дальнего Востока в Россию. Мы себе новое сделаем, а это оставим Мао Цзэдуну. И Мао Цзэдун разгромил Гоминьдан. И правильно сделал. А потом мы вместе... Неправильно. Потому что он выгнал мою дедушку. Он выгнал... Ну, мало ли какой он дедушка. Может, у меня дедушка был эксплуататором. Правильно сделали, что выгнали, и что? Ну, у вас дедушка не был рабовладельцем, надеюсь? А у дедушки, у многих американцев рабовладельцами были. А у англичан были работорговцами дедушки, капитализм. Капитализм – страшный строй. Тут надо думать не об одном дедушке, а о тысячах дедушек. Об этом должен, коммунист должен, о тысячи. У вас же какая правящая партия, коммунистическая или какая-нибудь капиталистическая? Коммунистическая. Ну, так и что? Это у нас, вот еще, это у нас, так сказать, слабенькая. У вас сильная коммунистическая партия, вам повезло. Вы взяли факел в руки и несете дальше. Вы сейчас передовая коммунистическая держава.
гордитесь, а вы там, говорит, вот дедушка мой. Ну, мало ли, мой дедушка тоже сидел в погребе, ему сказали подумать насчет вступления в колхоз. Он потом подумал, говорит, мне религия не дает утром. Ну, раз не дает, идите отсюда. Еще. А потом в колхозе лошади пропали, к нему приходит опять, говорит, Андрей Игнатьевич, лошадь дашь? Да дам, я знал, что у вас не будет. А потом совсем уже был пожилой, за 80, к нему старушки приходили, от него просветленные уходили. Он говорит, правильно создали колхозы. Ну, правильно понимал, но не сразу. Долго же крестьяне понимают. А в Китае вообще был азиатский способ производства. Там вот это у нас такой индивидуализм в России. Каждый сидит на своем участке. Вот это мой участок, это ваш, все, я вас знать не знаю. А если это Китай, или Вьетнам, или Корея, надо же рис сажать. А чтобы рис сажать, что надо делать? Надо ирригационную систему на всю страну. Любой монарх, самый отъявленный негодяй, должен думать, прежде всего, как обеспечить ирригацию на всю страну. Так? Поэтому вот коллективизм такой, которому побуждает производство риса, его нету нигде в других западных странах, и в России такого нет. А в Китае есть. Вот у вас сила, откуда мощь. Вот этим надо гордиться. А вы тут печалитесь. Что делать? Итого, что мы имеем? И мы имеем вот такие три крупные философские системы, современные. Они все современные. Почему современные? Потому что современные люди имеют возможность выбрать одну из трех. И формально, никак нельзя доказать, что одна вот лучше, чем другая. Скажем, материализм используется всеми естествоиспытателями, как они все стихийные материалисты. Они считают, что вот материю надо познавать, и мы ее познаем, преобразовываем и так далее. Но если вы собираетесь логически опровергнуть идеализм, это невозможно. Как вы будете доказывать? Скажете, да вас нету, есть абсолютная идея и все. А если я субъективный идеалист, то вообще вас нет, у меня все комплекс ощущений. Вот вы у меня комплекс ощущений, как я буду с вами, так сказать, как вы со мной будете спорить? А вы мне только можете сказать, сами вы комплекс ощущений, и встали тоже на позицию субъективного идеализма. То есть, если даже вы на меня будете так вот наезжать, то вы хоть встанете на мою же позицию. А я этого и добивался. О, говорю, давайте, мы уже два субъективных идеалиста, давайте на него теперь навалимся, который сосед. И так, глядишь, уже этот край будет наш. Думаете, нет такого? Сейчас я вам расскажу эпизод из современной философии. Нахожусь я на конференции, ну, у себя в ВПК, где я работал, по онтологии. Онтология вам ничего не говорит? Это конференция о проблемах бытия. Онтология. Логия – это знание бытия. Вот когда вы мимо проходили, вот когда вы шли, с правой стороны была кафедра онтологии, а потом пошли другие и сюда дошли. Обратно пойдете, если вот таким же путем, с левой стороны, прежде чем завернуть потом налево, будет кафедра онтологии и теории познания. То есть о проблемах бытия. И выступает один наш профессор с нашей кафедры, симпатичный такой, и рассказывает, что вот есть такие теории смыслов сейчас очень прогрессивные. Слышали, нет? Не слышали? Ну, отстающие, конечно. Вам не угнаться за философией современной. Теория смыслов. Вот если вот, видите вещи, раз, два, три, четыре. Если эти предметы не наделены смыслом, их и нет. Но если смысла нет, этого мело, если он не пишет, то выкинуть его к черту, правильно? А эта бумага, если тут содержания никакого нет, тоже смысла не имеет. Степан, если он работать не будет, смысла в нем никакого нет. Смысл, он есть только тогда, когда он... Это же микрофон. Никакого провода нет. Так бы сколько человек попадало бы здесь, если оттуда провод туда тянулся. Оценись, какой прогресс. Я вот много видел, что-то они все ходят с этими, пропутаются с проводами, и как будто они почему-то подключены, эти певцы. То есть, если эти предметы не наделены смыслом, то их и нет. Я поднимаю руку и спрашиваю, а кто наделяет? Вы, я или... Ну, кто наделяет-то?
Ну, у нас нет. Иван Михайлович, лекция, поделитесь с вами после лекции. Угу. Кто наделяет? У нас не принято говорить Бог. Трансцендентное. Трансцендентное. Хорошо. Ну, раз трансцендентное, то если они не наделены смыслом, то их и нет. Правильно? Нет. Касами же сказали. Их нет, если они не наделены смыслом. Ну, раз их нет, то нечего и наделять. Все? Нет, если их нечего наделять. Он докладчик говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? Я говорю, а ум еще куда я дену? Все. Философия философии, но надо еще соображать. Так красиво все было. Если они не наделены смыслом, то их и нет. Но если их и нет, нечего и наделять. Если ничего этого нет, что буду наделять? Ни я, ни Бог, никто не наделит то, чего нет. И все. Ну или другой могу пример привести тоже из области. У нас семинар такой был на кафедре философии и культурологии ВПК. Называется «Абсолют». Вы, наверное, не знаете, что такое абсолютное. Водка есть у нас абсолют. Если вот вы ее выпьете, то вы ничего не будете знать. Ничего не будете чувствовать, все. Это как абсент, это только по-иностранному абсолют. Тоже то же самое действие. Абсолют. И вот, ну я как-то подзабыл, что такое абсолют. Думаю, сейчас вот пока я тут сижу, люди будут выступать, рассказывать, и я и вспомню. Вспомнил я. Абсолютно это ничем не обусловленное. Вот то, что мы заново берем, это еще абсолютно, еще ничем не обусловленное. Берем как абсолютное, с этого начинаем. И вот докладчик рассказывает, что это абсолютно, ничем не обусловлено. И тут выступает профессор и говорит, это раз это абсолютное, то это нельзя ни душой понять, ни принять, ни сознанием нельзя осознать, ничем нельзя, но абсолют, это есть абсолют. А если и принять, можно только душой. Без всяких разговоров. Раз оно ничем не обусловленное. Ну, я надо же выступить, я выступаю. Вот. Вот оно, абсолютное. А что значит ничем не обусловлено? Вами не обусловлено. Это вот вы, у вас номер один. Вами тоже не обусловлено. Это тут отрицание, значит, это как бы не вы. Вы понимаете, да, что это не вы, а абсолютно. Вам номер два присваивается. Вам номер три подойдет? Все, три. Три, а дальше еще вы понимаете. И до вас. А вам номер один. Вот вначале выступало как абсолютно ничем не обусловленное. То есть оно как бы ничем не обусловлено. Ни этим, ни этим, ни этим. То есть все отрицается обусловленность всем, что есть. Отрицается. Раз всем отрицается, чтобы мне уже окончательно отрицать, я должен к вам подойти сначала оттолкнуться. К вам подойти оттолкнуться, вас оттолкнуться. И так вот ходить. То есть я должен оттолкнуться от всего. То есть оно отрицательным образом соединено со всеми. И эта самая абсолютность означает связанность со всем тем, что было до него. Вот и что. Прямая противоположность того, что люди доказывают, которые не знают диалектики. Поскольку они недооценивают отрицание. Если я никогда не буду с вами иметь дело, это что означает? Я сейчас указал на вас, а не на вас, не на вас, не на вас, и я с ним именно имею сейчас и дело. Правильно? Вот что это означает. Или когда два борца вступают в схватку, что они делают первым делом? Обнимают друг друга. Ну так? Греко-римского, правильно? А как еще они борются? Так. Или два. Вы представляете, две армии, они стоят и не подходят друг другу. Это бой? Нет, это не бой. Если бы было сражение, они должны вступить в непосредственное соприкосновение. Ну, люди философски необразованные, они это как-то не замечают. Диалектически необразованные. Ну, а мы должны с вами стремиться к тому, чтобы наш материализм был бы не стихийный материализм и не фейербаховский созерцательный,
А, был бы диалектический. Вот у Ленина есть очень поздняя работа, одна из самых поздних работ, которая посвящена материализму. Называется она «О значении воинствующего материализма». Выходил такой журнал под знаменем марксизма, и в нем публиковались статьи с разбором диалектических вопросов для понимания лучшего науки и логики Гегеля. И вот там Ленин пишет, что если мы не овладеем диалектическим методом и диалектикой Гегеля, не научимся материалистически истолковывать и применять диалектику, наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым, и мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. Вот, докладываю китайским товарищам, что наши товарищи, после Ленина ни один водитель не изучал науку логики, ни один. Поэтому их материализм был не сражающимся, а сражаемым, и они не смогли устоять перед натиском реакции и лжи. А вы должны учиться, в том числе на опыте тех, кто потерял власть, в том числе на опыте советских товарищей. И не повторять ошибки советских товарищей. Учиться надо лучшему, а не худшему. А пока не очень замечаю, чтобы китайские товарищи изучали науку логики Гегеля. Они все там, и я ничего изучаю, но это было давно. Мы на вас надеемся. Вы сейчас вот в авангарде мировой цивилизации, а мы в арьергарде. Мы в обозе, а вы впереди. Мы хотим на вас равняться, а вы не равняетесь еще на диалектике. Вы должны... Вы уже прочитали науку логики? Так вы не примиряйтесь к ним, да им это сейчас все равно. А у вас вот вы впереди, в авангарде идете. Я пока не могу понять. Ну, так вы никогда и не поймете, если не будете понимать. Другого способа нету. Чтобы изучать что-нибудь, надо начинать изучать. Сколько раз вы прочитали науку логики? Ни разу не прочитал, вы даете. Я, говорит, ни разу не прочитал и понять не могу. Что, это уже похоже на «не хочу». Я вот гораздо больше раз прочитал, но 16-то точно. Не все понял, но многое понял. Могу кое-что вам рассказать. Но только тогда, когда вы будете изучать, вы можете и понимать. Потому что понять – это выразить в понятиях. Понятие там и сложное. Там система понятий движения в науке логики от простого к сложному. Как еще вам более понятно объяснить? Берем самую простую категорию. Чистое бытие вы можете понять? Что? Чистое бытие. Поняли, что такое? Нет. Чистое бытие не поняли? Ну, это уже... Вы не подрывайте авторитет китайской нации могучей. Вы что, смеетесь, что ли? Чистое бытие – это бытие и все, без всякой дальнейшей определенности. Есть и все. Чего тут непонятного? Проще не бывает. Чистое бытие. Если вы с вами разговаривали, философ, говорит, что вы знаете? Я знаю про чистое бытие. Если будут еще спрашивать, скажете, я вам уже ответил. Что у меня? Это уже допрос начинается потом. Один-то вопрос можете осветить? Вот вы придете ко мне на зачет, на экзамен так не обойдется, а на зачет. Если придете, скажете, что вы знаете об этом? А вы должны что сказать гордо так? Я знаю, что оно есть. А что это значит? Все, ответили? Я говорю, еще что вы знаете? А вы скажете, а мы договорились, один вопрос. Все. Надо осваивать. Поэтому сейчас пойдете домой, вы уже знаете одну категорию диалектики, чистое бытие, бытие без всякой дальнейшей определенности, без всякой дальнейшей. А если кто будет спрашивать, сказать, нельзя все сразу вам не расскажу. Давайте одну, в следующий раз приходите, я вам расскажу, во что переходит чистое бытие. Река начинается с ручейка. Великие дела начинаются с малого. У вас там много всяких выражений там, в китайской культуре, очень много. Так что так вот и действуйте в соответствии с народной мудростью. Но есть другие концепции. Это я не хочу сказать, что, например, есть современные такие концепции. Герменевтика, например. Красиво звучит? Красиво, правда? А что такое герменевтика? Искусство понимания. Ну, у нас в науке логики, в диалектике просто понимание. Вот, если понял, и хорошо. А там искусство понимания. Вот у нас
Аспирантка одна писала, писала диссертацию, так и не написала. А почему не написала? Ну как можно по искусству написать, будучи в научном учреждении? Надо идти тогда в сферу искусства. У нас же есть два факультета искусства. В курсе дела, нет? Один декан Гергиев у нас, который главный режиссер Мариинского театра, а другой мой дипломник Кудрин свободных искусств и наук на Красной улице. Сейчас она Галерная. Ну, а тут философский. Как мы изучать можем искусство понимания? Человек и понимания не имеет, до искусства точно не добраться туда. Искусство понимания. Потому что понять, выразить в понятиях, больше ничего не надо. Если вы выразили в понятиях, вы выразили в форме, которую можно передать другому. А если вы не выразили в понятиях, вы не можете передать другому. А раз не можете передать другому, ничего вы не поняли. Потому что мы тогда уподобляемся собаке, которая преданными глазами смотрит на хозяина так. И думаете, что она так все понимает, она ждет, когда вы кусок мяса дадите. Поэтому вот что требуется. Ну так постепенно. А дальше уже совсем просто. А дальше то, что вы первую категорию взяли, теперь разглядываете. Вот вы не обдумывали чистое бытие никогда в жизни? Чистое бытие никогда не обдумывали? Вот самое время сейчас, я вам даю время, обдумайте. Долгого времени вам не надо. Что там обдумывать? Это же простая, самая простая категория в жизни, во всей мировой философии. Что ее обдумывать? Есть люди, которые обдумали чистое бытие? Нет, да никого. Что, я один, что ли, тут? Да, то ли я страшно далек от народа, то ли все остальные страшно далеки от философии. Ну, это же простое дело. Я обдумываю чистое бытие. Что такое чистое бытие? Чистое – это бытие и все. Тут все уже сказано. Нечего больше обдумывать. Нечего. Больше нечего сказать о чистом бытии так таковом. Все почему-то их спрашиваешь, они обязательно хотят наговорить. Вот. Так это же простая категория, самая простая. Что тут разговаривать? Если начнете много разговаривать на эту категорию, про эту категорию, это подозрительно. Этот человек не понимает, что он имеет дело с самой простой категорией. Про нее нечего сказать, нечего описывать, нечего рассказывать. Нечего. И у вас обязательно приходит мысль о том, что это то же самое, что ничто. И значит, чистое бытие переходит в чистое ничто. Что тут непонятно? Вы говорите, я не понимаю, не изучал. Вот уже перешли. Уже две категории у вас. Две категории. За одну лекцию. Пожалуйста, сейчас и третью получим. Но раз переходит в чистое ничто, что вы знаете про чистое ничто? Вот про то ничто, в которое перешло это вот бытие. Ну вот. Ну что это еще люди? Как себя они не уважают? А? Все знают про чистое ничто. Да правильно, все знаете. А что вы все знаете? Что? Нет, это то, что одно и то же, вы как-то уклоняетесь от прямого обозначения того, что вы знаете. Раз мы к ней перешли, раз чистое бытие перешло в ничто, значит, ничто есть. Есть? Есть. Есть. А раз есть, а есть, если то, что есть, как называется? Бытие. Значит, ничто переходит в бытие. Какое оно бытие? Переходит в чистое или просто в бытие? Чистое вначале было, а то это уже такое бытие, в которое вы второй раз уже. Все, второй раз уже его видите. Какое же это уже не то. Это уже бытие просто. Вот чистое ничто переходит в бытие, а бытие, соответственно, переходит в ничто. И так они и переходят. Бытие в ничто, ничто в бытие в ничто, ничто. Вывод какой? Какой вывод? Нет бытия, нет ничто, а есть лишь движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Да? Ничто в бытии. Как назвать это движение? Вот это вы придумать не можете. Это вы должны открыть науку логики и посмотреть, как Гегель назвал. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Как называется? Кто знает? Кто открывал? Можно я скажу? Становление. Три категории вам, три, бесплатно дарю китайским товарищам. Ну, нашим своим я вообще, можно сказать, по блату отдаю.
Существует сейчас много различных теорий на Западе, на Востоке, но они не добираются в основном до диалектики. Через эту вершину науки логики Гегеля очень мало кто, ну как вот, как скажем, через Сяньшань, мало птиц перелетает. Или вот не любая птица может долететь до середины Днепра, известная из нашей литературы российской. Поэтому если философы не дотягивают до того, чтобы освоить науку логики Гегеля, это те люди, которые до этого не доросли. И поэтому эта философия не заслуживает серьезного отношения и изучения. Это трата пустая времени еще. Они не решили те проблемы, которые уже решены в современной философии. То есть это вершина. Таких вот философий всего две. Таких больших идеалистических. Есть система формальной диалектики Аристотеля, и есть система диалектики Гегеля. И есть диалектика Гегеля идеалистическая, есть диалектика материалистическая и исторический материализм, примененная к истории. Все на этом. На этом все. Остается теперь это все развивать и применять. Применять это не так просто. Но возможно. Но возможно. Вот это, так сказать, достояние человечества на сегодняшний день. И это позволяет нам несколько там бегло посмотреть и на другие философские концепции. Вот, например, иррационалистическая философия XIX века. Философия Зигмунда Фрейда. Очень модная. 1756-1839 годов. Австрийского врача и психолога, основоположника психоанализа. Фрейд приходит к понятию бессознательного, которое является глубинной реальностью и основой психического, в то время как до него к бессознательному относились пренебрежительно. Развивая свои взгляды на строение психики, он пришел к выводу, что пространство психики включает три инстанции – бессознательное, предсознательное и сознание. До Фрейда бессознательное толковалось как то, что несознательно. Фрейд доказал, что бессознательное наделено своими собственными свойствами. В нем сосредоточены и унаследованные психические образования, аналогичные инстинкту животных, а также все то, что было вытеснено в течение жизни индивида, как недопустимое по своей природе, а по сути ничем не отличающееся от унаследованного. Предсознательное является посредником между сознанием и бессознательным. Это еще не сознание, хотя актуализация воспоминаний может сделать их осознанными, но и не бессознательное, так как оно не отделено от последнего цензурой, барьером вытеснения. Позднее Фрейд сформулировал принцип удовольствия, которому подчиняется деятельность бессознательного, и принцип реальности, которым руководствуется предсознательное. Сообразуясь с реальностью внешнего мира, предсознательное сопротивляется асоциальным, сексуальным, эгоистическим желаниям и инстинктам, стремящимся проникнуть в сознание, и вытесняет их обратно в бессознательное. В начале 20-х годов теория личности Фрейда находит завершение в том виде, в каком она получила распространение и стала основой для более поздних последователей психоанализа. Пространство психики стало иметь следующую структуру – «я», «сверх-я», «оно», «сознательное я». Сознательное «я» является как бы полем борьбы двух сил. «Оно», исходящего из биологической сферы влечений, и «сверх-я», установок общества. То есть тут пространно, вроде на философском языке, пережевывается то обстоятельство, что человек – это животное. Вас это удивляет? Кого-нибудь удивляет? Есть вот такие люди, которые не животные, а растения. Ну, раз животные, то значит, какие-то животные начала, конечно, есть. И можно на этом акцентировать, но никакой особенной философии из этого глубокой не получилось. Понятное дело, что не все проходит у нас через сознание, правильно? Вы сознательно управляете работой желудка, там добавляете эту кислоту соляную, там, если вам надо. Еще там другие процессы.
гормоны там у вас есть, мало ли чего там у нас есть, там много чего есть. И люди, когда здоровые, они знать этого не знают. Как попадут в больницу, и начинается. Вам надо то поднять, это понизить, то увеличить, это сократить, и пошло. Но это все, так сказать, саморегуляция организма, что делают вообще самые высшие организмы всегда. Почему? Потому что то, что проходит через сознание, это вовсе не все. Правильно? И можно тоже очень долго изучать организм человека. Собственно, врачи это должны изучать, но сказать, что это вовлечено в такую вот систему, подумаешь, я сверхляю оно, великая наука. Ничего особенного тут не сделано такого. Но зато модные. Вот было очень модно, 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 а потом так. Постепенно это сошло на нет, потому что ничего такого особенного, нового мы не узнали. Потому что если психоанализ, я должен с вами сидеть и часами вас все выспрашивать, ну, значит, я с одним могу заниматься, с миллионами уже нет. И сколько же таких надо психоаналитиков, чтобы они со всеми разговаривали. В 11-13 годах разногласия в психоаналитическом движении приводит Фрейда к разрыву с ближайшими учениками Адлером и Юнгом. Как бы школа эта начинает распадаться. Но, тем не менее, вот, так сказать, надо знать, что такое течение философское тоже имело какой-то вес. Позитивизм, феноменология, герменевтика и экзистенциализм – основные идеи и принципы философии постмодернизма. Само понятие постмодернизма, оно вычурное и какое-то довольно странноватое. А что такое модерн? Современность, да? А постмодерн – это что такое? Это после уже этого? После современности? Или то, которое после того, как оно было модерном? То есть уже оно не современное? И так можно сказать. Что такое постиндустриальное общество, сейчас вот говорят? Это то, которое выше, чем индустриальное? Или просто все уже разрушили в России, все производство? И общество теперь постиндустриальное. Если что купим в Китае, тем мы будем и живы. А, дескать, отечественное российское производство, тут и это пропало, и то пропало. Ну, спасибо, китайские товарищи привезут. Да? Вот у нас был завод инструментальный, швейцарский, продали американцу. Он быстренько сделал так, чтобы его не стало. Раньше мы инструменты с клеймом СИС, Советский инструментальный завод, отправляли куда хотели, и везде их брали. И этот завод Петровский, это оружейный завод, который выпускал трехлинейную винтовку, известную во всем мире. В войну выпускал пулеметы, автоматы и другие, так сказать, военные изделия. Он вывозился в Новосибирск, и там остался Новосибирский завод инструментальных изделий. А все советские продали, американцы, и они его уничтожили. Вот только китайские товарищи выручают теперь. Поэтому по отношению к так называемой философии постмодернизма, ну вот надо присмотреться, сказать, что этим хотят товарищи сказать. Что значит постмодернизм? Он всегда, если современность, она же передвигается. То, что было современно 50 лет назад, сейчас не современно. Сейчас современность, какое время сейчас? А если имеется в виду уровень философии, это не, он от времени это не зависит. Можно было в более позднее время создать более мелкую философскую концепцию, чем была раньше. Правильно? Или, допустим, есть вещи навсегда созданы. Формальная логика, она на время создана или навсегда? Аристотель. Навсегда. А диалектика? Это что? Это то, что вот сейчас эту диалектику третью заменим, что ли? Нет. Она тоже навсегда. Или вот в геометрии изучают, по Евклиду. Евклид, он в какой стране жил? А? В какой стране Евклид жил? В Греции он жил, в древней. Ничего нового там, когда преподают в школе, ничего нового тут нету. Все это было разжевано уже Евклидом. Очень просто и понятно. Теоремы, связанные с треугольниками. А Пифагор... теорему о том, что сумма квадратов качеств равна квадрат гипотенузы. Или по-другому, Пифагору штаны во все стороны равны. Что тут можно еще к этому добавить? Да хоть еще тысячу, 10 тысяч лет пройдет. В Китае любят как 10 тысяч лет там. 100 тысяч лет. И все равно будет та же самая теорема. Поэтому в науке есть очень много раз навсегда. Поэтому надо вот всегда видеть, что раз навсегда, а что такое временное сейчас. Поговорят и затихнут.
Позитивизм – философское направление, основанное на принципе, что подлинное положительное знание может быть получено лишь как результат отдельных конкретных наук и их синтетического объединения. Сначала их разобщить, а потом соединять синтетически. Раз вы их соединяете синтетически, тем самым вы сохраняете эту разобщенность. А философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. Хотя предмет философии для нас с вами очень ясен. Это наиболее, это всеобщие законы природы, общества и мышления. Никакая другая наука эти всеобщие законы не изучает. Поэтому у нее есть самостоятельный предмет. Создателем позитивизма явился французский ученый Огюст Конт, и первая классическая форма позитивизма представлена также именами Милля и Спенсера. Дескать, получили конкретные науки какие-то результаты, и не надо тут ничего софилософствовать, дескать, вот надо их взять и изучать. Ну так они и сделаны, а зачем тогда эти философы, тот же самый Конт и тот же Милль и Спенсер, если они ничего своего философского не дают, философия ничего не дает, а они считаются философами. Они сами себя бьют по ногам и сами себе закрывают рот. Вот и все. Неопозитивизм возник на основе венского кружка. Карнап, Нейрат, Франк, Рейхенбах и другие. А есть постпозитивизм – общий термин для обозначения ряда современных западных философских течений, возникших в 50-е и 70-е годы XX века в результате критики и ревизии неопозитивизма. К основным представителям постпозитивизма можно отнести Карла Поппера, Куна, Лакатоса, Фейерабенда, Коэна. Вот, например, Поппер придумал критерий познания. Истинности, критерий истинности. Какой? Фальсифицируемость. Если, говорит, можно фальсифицировать эту концепцию, тогда она истинная. А если нельзя ее фальсифицировать, то она не истинная. Вроде того, как можно, если творог подменить, можно этот, он истинный. А если его не получается подменить, то он не истинный. То есть, как бы, если... Можно, допустимо того, чтобы какое-нибудь развитие практики опровергло эту концепцию, то она истинная. А если нельзя такого допустить, то она не истинная. Ну вот марксизм, например, он критерии практики выставляет. Если практика покажет, это положение неверное, от него откажутся, правильно? А если не будет такого, от него не откажутся. И вместо того, чтобы проверять практикой и доказывать практикой истинность положений, мы строим тогда такие конструкции, что вот если вдруг когда-нибудь кто-нибудь сможет опровергнуть, тогда истинное. Вот примерно такая картина получается. Так, экзистенциализм возникает накануне Первой мировой войны. Его представители в Германии – Ясперс, Хайдеггер, во Франции – Сартр, Камю, Бувуар. В нем различают религиозное и атеистическое направление. Своими предшественниками экзистенциалисты – называют Паскаля, Киркегора, Унамуна, Достоевского и Ницше. Достоевский сам себя философом не называет, а его называют. А почему? Ну, потому что это вот такая попытка противопоставить некоторым великим учениям и себя, так сказать, выпятить и поставить некое якобы свежее современное учение. А что такое экзистенциализм? То «экзист», как известно, это от слова «существо». Существовать, так? Перевод на русский язык. Вот в науке логики есть категория существования. В какой книге? Человек написал книгу, которая расставил все категории в единой системе. В развитии от начала до результата. Гегель. Проходим первую книгу. Учение о бытии. Нету там существования. Потом открываем вторую книгу «Учение о сущности». А сущность – это снятое бытие. То есть я вот не смотрю, что у вас, как вы в очки, там черные волосы, пиджак – это меня не интересует. Я интересуюсь, какая у вас душа. Видите разницу? То есть я отрицаю эту внешность и иду туда, вглубь. А потом уже оттуда поднимаюсь и снова к вашей внешности. И тогда вот вы на меня смотрите, а в ваших глазах уже душу вашу различаю. Чувствуете разницу? Вот это диалектический подход. А вот эти друзья экзистенциалисты, они добрались до второй книги, дальше им силы духа не хватило, и нашли там категорию существования. Они даже не знают, что это такое.
Что такое существование? Вы тоже не скажете. Почему? Потому что это, ну, надо почитать, что написано. Существование – это восстановленное через сущность бытие. Потому что когда вы берете сущность, то вы отрицаете бытие. Вас не устраивает внешность, вам хочется проникнуть внутрь. И вот вы проникли внутрь, и это у вас движение там отрицательное, от ничто к ничто. Даже Ленин задумался, когда стал конспектировать наукологию, говорит, ну, то, что ничто превращается в бытие, это понятно. Но чтобы ничто к ничто было, это, пожалуй, не может быть. Но как человек опытный сказал, пожалуй, не может быть. А как может быть еще? Я же от отрицания иду к отрицанию. Дальше разбираюсь в вашем. В том, что не на поверхности, а в том, что в глубине. И вот это движение от одного к другому приводит меня, в конце концов, к равенству этого отрицательного. А равенство отрицательное – это уже положительное. Отрицание, равное самому себе, оно же есть? Есть? Есть равенство отрицательного с собой? Ну что, положительное с собой может быть равно? Отрицательное не равно, что ли? Ну вот оно равно с собой. А равенство с собой, значит, оно есть? Есть. А раз есть, значит, оно бытие. Но какое бытие? Только как равенство отрицательного. Того, что у вас там в душе, еще мы не поднялись наверх. А наверх будем подниматься через явление. Потом через действительное. В действительности прямо на поверхности вашего. То, что есть в душе, тоже и в глазах уже видно. Чувствуете разницу? Совсем другое. Это не категория действительного. Но эти ребята, вот они это не тянут. До этого они не доходят. Поэтому они выхватили одну категорию и ходят, как списанные торбой с одной категории существования. А как выхвачена, она никакое не существование, а просто бытие. А как бытие, она пустая, неживая абстракция. И все. У нас есть такой, присказка такая в русском языке. Аркадий, не говори красиво. Вот эти тоже товарищи, которые написали эту самую, и собрали и Паскаля, и Киркегора, и Достоевского. Ну, Достоевский же не, он писатель. А что вы его за философа записываете? Давайте я объявлю, что я химик. Потому что я вот в школе забирал там натрий и смотрел, как он в воду, если бросить, что будет. Но меня за это не поймали и не наказали. А что, на этом основании я буду доказывать, что я химик, что ли? Ну, что это такое? Ну, было дело. Больше не буду. Я в больнице лежал. Ожог третьей степени. Я уже ответственность понес. Что еще надо? Постигнуть бытие можно только интуитивно, вжившись, чувствовавшись в него. Бросайте свои книжки, прекратите записывать. Можно постигнуть только интуитивно. Написано интуитивно, вжившись, вчувствовавшись, сидите и смотрите на меня, и я на вас буду смотреть. И так полтора часа. Мне только жалко, что подушки нам не выдают. А вам бы тоже неплохо, правда? И мы бы с вами, только тихо-тихо было бы, там кто если подойдет, думает, как у них тихо. Вот, Вадим, прекрасно. Это же не будет же большим нарушением. Что нам могут? Такого нигде ни в законах не написано. Каждый приносит подушку. А если что, нас нам будут приставать, мы скажем, а это у нас что? Что это? А, перформанс у нас. Перформанс – это все, что угодно можно сделать. Правда? А это у нас практическое занятие по философии. По современной философии. Современной. Вот. В центре философии экзистенциализма лежит проблема человеческой свободы. А человеческая свобода, она берется как абстрактная, оторвана от людей. Ну что она? Какой свободы? Чьей свободы? Вот, например, в том же марксизме есть, не только в марксизме, и в буржуазной, так сказать, философии, в буржуазной политике. Есть такие вот явления, которые связаны с провозглашением декларации прав и свобод человека. Была такая вот декларация прав человека и гражданина. Слышали про такое? Она в какую революцию возникла? Да, Великую Французскую буржуазную революцию. Это вы знаете. Поскольку у вас есть самый капитализм в Китае. А вот теперь в Великую Октябрьскую социалистическую революцию какая была декларация? Это тоже великая, она еще более великая. Почему?
Потому что французская буржуазная революция освободила от личной зависимости работника, да? Нет ни рабов, ни крепостных крестьян. А Октябрьская революция освободила от эксплуатации. Это гораздо более великая революция. И с этой Октябрьской революции пошло освобождение человечества от эксплуатации. Какая декларация была принята? Вот сейчас мы спросим у нас товарища. Есть еще кто-нибудь из России, кроме меня? Есть. Какая была декларация? О, учитесь. Вот, это мой друг. Это только не думайте, что я его подготовил. Он самостоятельно к этому пришел. Это ваш товарищ? Как вам повезло. И мне как повезло. Вот учитесь, вот, вот. На вашей же партии сидит через двух человек. А они просто, им стыдно за вас, а они молчат. Декларация прав трудящегося эксплуатируемого народа. Потому что декларация прав человека-гражданина означала, что каждый имеет право на искание счастья, на частную собственность. Каждый имеет право на частную собственность и на искание счастья. Есть у вас частная собственность? Ищите счастье. Нет частной собственности? Тоже ищите счастье. Где вы ее найдете? Пойдете работать на завод. Потому что ваши навыки, вы умрете. А декларация прав трудящихся эксплуатируемого народа означала, право трудящихся устанавливает социализм на всей земле. Вот в соответствии с этим правом в Китае устанавливают социализм. А его устанавливают, а некоторые не знают, в соответствии с какой декларацией его устанавливают. А вот товарищ сидит и знает. Ну, в отличие от французской революции, октябрьской революции, у Великой Октябрьской революции есть площадь. Вот декларация, не просто революция. Эта декларация была написана уже не в октябре, а надо 18-го. Ее предложили принять кому? Учредительному собранию. А когда декларацию эту не приняли, учредительное собрание, то караул сказал, мы устали. И разошлись эти депутаты. И поехали. Кто куда? Сначала в Ярославль, потом к Колчаку. А что с ними Собчак сделал, как вы думаете? С депутатами Госдумы. Большевики тронули их пальцем, нет? Большевики временное правительство кого-нибудь тронули пальцем? Нет? А учредительное собрание? Кто-нибудь кого-нибудь застрелил, что ли? Нет? А что сделали с учредительным собранием? Собчак, что сделал этот Колчак с ним? Колчак. Что он с ним делал? Он туда к вам поехал, на Востоке был. Ну, Колчак. Колчак, что с ним сделал с учредительным собранием? Он тоже не демократический, он тоже демократ. Да, вот он вывел их, ну он не сам, конечно, он дал указание, вывели их и расстреляли. Вы скорбите по поводу убиенных-то членов учредительного собрания? Это же демократы, это они же избраны были народом российским. Вот я скорблю. Вы скорбите же тоже, да, вместе со мной? А вы тоже скорбите? Вот мы все скорбим. Наверное, китайские товарищи тоже вместе с нами слезу какую-то пустят по левому краю щеки. Вот. Оскорбят. Поэтому время этих пустых абстрактных деклараций о свободе вообще прошли. Есть свобода трудящегося и эксплуатируемого народа, свобода от эксплуатации прежде всего. А если вы меня эксплуатируете, никакой свободы нет. И эта свобода сугубо бумажная. Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Это Чернышевский уже написал. Давно уже философы вполне материалистически это разобрали. Что это такое? А вот тут опять начинается. Свобода состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении. Работает по 12 часов в том же самом Китае. Какое раскрепощение по 12 часов в рабочий день на капиталистов? Это раскрепощение, это свобода, что ли? И обеспечивает весь мир игрушками. Но я могу выбрать, куда я работаю. Я тоже могу выбрать, утопиться, застрелиться или повеситься. Это вот свобода выбора, это мы знаем эту всю сказку про свободу выбора. Я могу выбрать. Не может он выбрать, это один выберет второй, а миллионы, десятки миллионов людей в Китае не могут выбрать, потому что у них один удел – работать на капиталистов, пока они есть, вот и все. В Советском Союзе тоже по факту не выбирали особо. Что? В Советском Союзе тоже не выбирали. Да, и в Советском Союзе по факту особенно не выбирали. Тот, кто думает, что везде есть выбор – это глупости, выбора особенного нет. У вас сейчас выбор один – закончить вот этот и получить оценку хорошую. А выбор такой – хорошую или плохую? Вот и весь выбор. Другого выбора у вас сейчас нет. Вот по отношению ко мне другого. Вот будет экзамен – или два, или пять.
Это выбор. Вот сейчас надо к этому выбору готовиться. Так это свобода у вас же. Свобода же, вы же осознание. Свобода – это господство над обстоятельствами. Если вы выучите, что вам этот экзамен? Да ничто. Мы придем с вами, поговорим. Вот уже товарищ претендует на пятерку. Я его уже запомнил. Если он будет говорить на четверку, а что вообще, плохо себя чувствуете, что ли? Что случилось? И вас я уже запомнил. Давайте, давайте, это все хорошо. Но вас само собой. Запомнил. Вы же у нас представитель многомиллиардного народа. Вы что? 1,380 миллиона. Это страшное дело. Какая трудная задача там стоит. Так. Вот такое понимание свободы, как проявление крайнего индивидуализма, приводит к тому, что свобода становится своеобразным бременем. Бременем является и выбор. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать как все. Но этот отказ происходит вместе с отказом себя, как личности. Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. Все это ложное, а не подлинное якобы бытие. Мнимым является человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Дескать, вот я есть один, никого у вас нету. И нет у меня студентов, и нет университета. А если даже он есть, все равно я один. А если вы, вот у вас такая группа, а все, вы такой один. И никто вас не понимает, а вы вот, вот какой. А они все думают, что вы не такой. И так далее. И вот это вот такого рода философия. Это вот содержание экзистенциализма. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, прорыв одного индивида к другому невозможен. Прорыв еще, ну, через что надо прорываться? Но ко мне можно подойти после занятия. Никакого прорыва не надо. Можно подойти и задать вопрос. Можно и сейчас задать вопрос. Прорваться через мою лекцию и задать вопрос. Прорыв обязательно. Красиво говорят. Единственным подлинным способом общения является объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира. А что такое бунт? Это то, что не претендует на победу. Чем отличается восстание от бунта? Вот если мы восстали, то восстание, если выиграет, будет другое, более прогрессивное общество. А бунт? Побунтовали, а потом пошли по домам. Ну, кого-то из нас, кого постреляют, кого изуродуют, кого-то мы застрелим или изуродуем. Бунт это. И у нас в России говорят, у нас есть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Или беспощадный и бессмысленный. Смысл когда в чем? В том, чтобы просто побунтовать. Сейчас ходят люди, протестные акции делают. Что такое протестная акция? Я протестую. А что, куда я пойду? Не знаю. Вот если вы все протестуете против движения туда, куда вы пойдете? Не знаю. Как ты пойдешь в свою сторону? Поэтому это мнимое объединение в протесте никаким объединением не является. На самом деле, абсолютное отрицание других направлений – это движение вот в заданном направлении. Если вы туда идете точно, созидательно уже продумали, куда вы пойдете, за что боретесь, значит, вы отрицаете все остальное. А если вы что-то отрицаете, абсолютно невозможно на этой почве объединиться. Вы отрицаете, я отрицаю, эти отрицают. А куда вы пойдете? Мы сейчас идем 30 градусов, допустим, правее севера, от Северного полюса. Мы туда не пойдем, мы это отрицаем. Оказывается, мы на одну секунду правее пойдем, вывели. То есть из отрицания не вытекает позитивное какое-то начало и позитивный результат. И вот мы объединимся против нелепого и абсурдного мира. И с чем мы объединимся? С абсурдом. И будем также абсурдно. Против конечности, против смертности. Против смертности. Кто со мной пойдет выступать? Для меня это особенно актуально. Для вас не особенно. Ну, вообще, вы тоже же смертны. Давайте против смертности выбор. Против всяческих ограничений свободы. Кто против? Кто за ограничение свободы? Есть такие? Выйдите отсюда. Мы все тут объединились против ограничений свободы. Все вот мы тут в едином порыве объединились и будем на этом стоять. Так? Так. И что? А ничего. Против несовершенства человеческого бытия. Ну, вот вы точно объединились против несовершенства человеческого бытия, потому что вы тут совершенствуете же в университете. Ну так вы над этим работаете, для этого объединились. С кем объединились? Ну с нами. Мы тоже вам помогаем, сколько можем.
А вы потом проверять пойдете. Экзамен-то это вы же придумали, проверять, насколько вы хорошо усовершенствовались. Мы вам сказали, да, вот вы хорошо. А вы если не усовершенствовались, что к нам приходить проверять? Лучше сначала подготовиться. Это единственное творчество, творчество разрушения, творчество мятежа, рожденного отчаянием абсурдного человека. Так, есть абсурдные люди тут? Что-то никто не проявил себя. Ну и что-то там будем делать? Будем читать, это вот так, это для информации есть такая концепция. Вопросы социального познания, его методов являются предметом исследования современной герменевтики. Герменевтика – термин греческого происхождения. Разъясняю, истолковываю. Дескать, вы темный человек, я вам должен истолковать, что написано. А вообще-то, если написано, можно ведь и прочитать. Нет, мы вам растолкуем, иначе вы как темные крестьяне, неграмотные. А для этого будет у нас политграмота, мы вам будем растолковывать. Какое-то унижение это человека. Ну вот, тем не менее. Изначальный смысл герменевтики – искусство толкования Библии, литературных текстов и так далее. В кратком виде суть герменевтики сформулировал один из ее основателей Гадамер. Фундаментальная истина герменевтики такова – истину не может познать и сообщить кто-то один. Значит, никто не читает Гегеля, один стал читать и того хотят. Нет, все равно не читайте, потому что один не может понять. Последнего человека остановили. Ужас. Не может понять Софиту. Всемерно поддерживать диалог, давать сказать свое слово инакомыслящему. А у нас инакомыслящие только и говорят. Надо же думать не о том, что инак он мыслит или истину познает. Мы что хотим? Истину познать или просто инако что-нибудь сказать? Я на любое могу сказать инако. Вот кто хочет проверить, поговорите со мной. Я вам всегда прямо противоположное скажу. Это, в этом нет ничего не задерживается. Это очень просто. Всемерно поддерживать диалог. Давайте свое слово инакомыслящим. Уметь усваивать произносимое им. Вот в чем душа герменевтики. Особенно, самое главное, всякую чепуху усваивать. Если кто-то чего-то несет, это усваивать и произносить. Вот задача. Главное понятие – понимание. А понимание по Гегелю – это воспроизведение в понятиях. Очень просто решается. Если вы не можете выразить в понятиях, вы не понимаете. А вот эти герменевты, они в понятиях выразить не могут, поэтому и топчутся вокруг слова «понимание» без понятий. Понимание – это способ существования познающего, действующего и оценивающего человека. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира без познания. Оно неотделимо от самопонимания интерпретатора. Есть поиск смысла. О смыслах я вам уже говорил. Смысла. Какой смысл вам заниматься на лекциях? Вообще смысла никакого на лекции сидеть, тем более, что уже есть звонок. Давайте на этом наше занятие на сегодня завершим. При полном понимании необходимости в следующий раз продолжим. Спасибо.